Я четвертый день присутствую на тренировках этой сборной, которой очень многие пророчат неудачу. И я вижу, что была проведена хорошая работа. Вот, и надеюсь, что первое, что эта команда сохранит свое присутствие в дивизионе А среди молодежных команд Европы. Второе, надо убежать от традиционно 12 места, когда у нас чуть ли не все наши кадетские, юниорские, молодежные команды занимают 12 место, не могут продвинуться выше. Я думаю, что при всем том, что у нас большие проблемы с женским баскетболом, при нацеленной, грамотно построенной подготовке, можно все-таки добиваться неплохих результатов. Мне понравились тренировки, мне понравилось отношение девчонок. Будем надеяться на хороший результат. Но не забываем о том, что среди 16 финалистов Европы по дивизионе А сильнейшие команды европейских баскетбольных стран. Вот. Поэтому не такая простая задача в наших сборных, кадетских, юниорских и молодежных. Непростая. Мы все время думаем, что мы должны быть там где-то вверху. Вот. Но европейский баскетбол стоит на очень высоком уровне. Мы будем встречаться с элитой женского баскетбола. Нет такой игры, где бы не было шансов. Еще раз повторяю, что была проведена хорошая работа, и будем надеяться, что девчонки выполнят свою задачу.